Сегодня раницей на улице Советской у Гомеля утворился затор с троллейбусов. Ланцужок растягнулся от фабрики 8 соковика до цирка. Поведомление об здарэнні поступило у КУП ГАР электротранспорт каля 8 годин. Как высветлилось, на скрыжаванні улицы Советской и проспекта Перамоги у троллейбуса сорвалася штанга. У вынику пошкодился трос, які утрымлівае токопроводную линию. Утворился затор по абодва баки Советской. Пассажиры покинули громадский транспорт. Некоторым пришлось пробираться про снежные заносы. Праз 15 хвилин после приезда аварийной бригады рух троллейбусов был обновлен. Обошлось без шкоды и потерпелых. Ремонтники заменили утримливающий трос.